Новый национальный праздник – День туркменского Алабая – впервые отметили в Ашхабаде. Празднество состоялось напротив комплекса Международной ассоциации «Туркменский Алабай» в столице Туркменистана. В рамках мероприятия также прошел конкурс «Отважный туркменский Алабай года». По информации местных СМИ, его победителем стал пес Акхан, принадлежащий государственной пограничной службе. Награды конкурса вручил вице-премьер и сын президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Сердар Бердымухамедов. Шею Алабая победителя украсила специальная медаль, а представитель пограничного ведомства получил в качестве приза автомобиль Toyota Camry, а также переходящий кубок. По случаю праздника собаководы страны подарили щенка Алабая президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову. Принял подарок за отца сын Сердар Бердымухамедов. Ирил ватаннашлар, елім.